Так, друзья, всех приветствую снова на канале у себя. Снова выехал на рыбалочку. Снова половить навашку. Опять на той же речке. Там где-то в пределах километра, может, уже Баренцево море. И вот поклевочка. Навашка маленькая. Вообще-то, вон она живку пойдет. В 5 минутах уже под десяток рыбок. Ой! Так, рыба не крупная, но клюет. Сразу две. Вот так. Кучка прибывает потихоньку. Клюет как-то подходами. То нигде, то сразу на обоих удочках. Даже далековато одна была мормышка. Можно постучать по дну, поднимется маленько муть, привлекет внимание. Ну, кто первый? Да, везде притихло, и там сразу. В общем, сижу, потихоньку таскаю, кучка прибывает. Клюет без энтузиазма, так сказать. Поиграешь, клюнет, не поиграешь, не клюнет. И размеры тоже оставляют желать лучшего. Такой же разъеденный кусочек. Разъеденный вроде как получше клюет. Ой.
И ты рыбку отдай мою. Вот такая джиголовочка с глазками. Вместо бормышек. Такая и не мелкая, и не крупная. Среднячок, в общем. Ой, еще моллеска. Малявка. Малявок укидывать я тоже не буду. Такие пойдут на жерлицу, когда поеду на озеро на рыбалку. На живца, так сказать. Конечно, они будут мертвы, но все-таки это будет рыбка. Все не крупное. Вообще какая-то нерешительная. Не похожа на новожий клев. Клюет как сорожка какая-то. Вода падает. Течение такое хорошенькое появилось. Выносит бормышку. Ой, за глазку прям. Выплюни. Да выплюни, говорю, тимать. Крутишься как крокодил.
не особо что-то. Сейчас ребята, первый дуплет за сегодня. Это было такое довольно длительное затишье. Оттуда я сверлил еще дырочку. И сейчас она опять заклевала. Как бы рыбки стали покрупнее хоть попадать. Ну-ка. Выплюни на вашку, блин. Зараза съела. Сразу поклевочка. И это очень маленькая, что ли. Ой, та отпала. Просто держалась. Пальчики, конечно, подмерзают. Не, блядь, вторая варежка-то. Ах ты, сошла. Зараза, не съела хоть. Не съела. Блин, там сидит. Могу понять, что такое. Не тонет.
пошла. Как-то так, потихонечку продолжается у меня рыбалка. Рыбки помаленьку прибывают. В общем, вот так, ребята, косулька пятерочная. Второй косяк подошел, рыба была покрупней. Ну, килограмм, может, 6-7. Все, сматываемся домой. Все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до встречи в угодьях.